Юный футболист Арсений, как и вся брестская футбольная братья, появлению манежа очень рад. А что еще надо для счастья человеку, который в свои 7 лет серьезно признается, играет в футбол, сколько себя помнит с тех самых пор, как начал ходить? Я занимаюсь футболом с детства. Когда я начал ходить, я начал заниматься футболом. Мне очень нравится играть в футбол. Я тут не играл, но я хотела бы, когда я вырасту, заниматься тут. А в будущем хочешь стать футболистом? Я хочу очень стать футболистом. Солидарны с мнением юных футболистов и их тренеры. Они уверены, процесс взращивания чемпионов на брестской земле получил новый импульс. Для этого и строится, чтобы были подготовлены, квалифицированные и хорошие футболисты для национальной команды, ну, для нашей городской, областной. Мы в этом уверены, что здесь вырастут новые звездочки. Церемония открытия – событие важное. Участие в торжестве в Бресте принял премьер-министр Беларуси Сергей Румас, а также руководители области и города. Строительство крытого футбольного манежа началось в конце прошлого года. Финансирование осуществлялось из городского бюджета. Белорусская федерация футбола занималась поставкой воздухоопорной мембраны и искусственного покрытия. Результат годовой работы – отличный спортивный объект, готов к активной эксплуатации. Этот объект тысячелетию города Бреста, который мы будем отмечать в следующем году. Но прежде всего этот объект для наших футболистов. В Брестской области я рад, что последние годы футбол развивается. Я уверен, что этот дворец, он будет постоянно занят, так как в осеннее, в зимнее, в весеннее время здесь, естественно, самое прекрасные условия. Можно проводить игры любого международного уровня. И я уверен, что за футболом, за игрой номер один в мире будущее хорошее нашей области. К слову, открытие футбольных манежей – тенденция, характерная для страны в целом. Белорусская федерация футбола в прошлом году вышла с инициативой ускоренного строительства футбольных манежей во всех областных центрах. Глава государства поддержал эту инициативу, и в прошлом году мы открыли первый манеж в городе Гродно. В этом году, буквально месяц назад, мы ввели в эксплуатацию манеж в Минске, и сегодня мы присутствуем на церемонии открытия футбольного манежа в Бресте. Этот объект является результатом слаженной работы Брестского областного исполнительного комитета, городского исполнительного комитета и Белорусской федерации футбола. Сразу после церемонии открытия новую площадку апробировали спортсмены. Состоялся товарищеский матч между ветеранами «Динамо Брест» и сборной Федерации футбола Беларуси. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания «БУК-ТВ».